but that means our lives. We will stop at nothing. We will fight for the lost. Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате Mass Effect 2. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы с вами находимся на планете Тучанка, и сейчас мы отправимся совершать обряд для взросления Грюнта. Для этого нам нужно подняться наверх, вот сюда, да, и найти шамана. You don't have a plate. Eyes straight ahead. You go beyond yourself, Gatatog Uvenk. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvenk. У нас есть разрешение. Urdnot Rex has given us permission to seek clan status for Grunt. Permission. That is good enough, if lacking in spirit. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Grant stands against him. He has no one. My patience is tested, but Uvenk invokes correctly. Grunt, who is your Grant? Крант? Что означает крант? Напарник, что ли, какой-то? Ну, в принципе, да, за Грюнта я готов убить. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. You dare. Ну так ведь вроде принято у Кроганов. Кажется, я понял ихние привычки. I withdraw my denial. This will be decided elsewhere. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Так, а что, собственно, делать-то нужно для этого обряда? Что нам потребуется? Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his grant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. Я так понял, просто нужно уничтожить противников и все. То есть, в принципе, обычное сражение, обычная битва. Ну окей, начинайте обряд. Что же это интересно? У Крогана довольно грубые привычки, поэтому я думаю, я правильно как раз сделал, просто атаковав того зеленорогого, зеленоголового, в общем, зеленой башкой. Так, берем с собой Грюнта. И все-таки еще кого-то можно с собой взять, да? Ну, тогда возьмем с собой Самару. Так, 2 очка, мне нужно 4, поэтому пока что пропускаем. Что ж, я думаю, это будет интересно. This is Tuchanka's most recent scar, the last surface city to fall in the rebellions. The Keystone was at the heart. It has survived wars and the passage of centuries. It endures. like the Krogan. If you wish to join Clan Urdnot, you must contemplate the Keystone and its trials. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive, no matter the situation. Any true Krogan will. Так, интересно. Выжить. Задание. Просто выжить. Камень-ключ. Hit the Keystone. First the Krogan conquered Tучанка and mastered a natural world only we are fit to hold. Так, там что-то происходит. А, ну, давайте уже быстренько взломаем. Так, что еще собрать можно? Так, ну прятаться пока что за укрытиями нет смысла. Нам нужно определенное количество волн выдержать, я так понимаю. Так, активирует следующий камень-ключ, видимо. Конечно, готов. Сейчас здесь еще можно взломать что-то. Стоп, еще патроны. Сейчас, Грюнт, я понимаю твое нетерпение, но сейчас, секундочку. Я так понимаю, сейчас твою дивизию, что это было? Твою ж дивизию, это еще что такое? Так, эту тварь можно убить как-то? Так, проблема с патронами. Проблема заключается в том, что их попросту нет. О, здесь хорошо. Еще где-то здесь я видел. Так, вот здесь спавнятся патроны, поэтому лучше находиться где-то рядышком. Ага, понятно, эту волну мы выдержали. Я думал, нужно будет ту здоровенную тварь тоже убить. Твою дивизию, это еще что такое? Это нужно как-то убить или что? Так, но пока что никто не стремится нас атаковать. Молотильщик, опа, стоп. Ой-ой-ой, плохо, нужно где-то спрятаться. Тихо, нужно с другой стороны. Черт, нехорошо. В прошлой части игры мы уже встречались с молотильщиком, но тогда мы были на Мака. Ой-ой-ой, достал все-таки. Да твою ж дивизию, я двигаюсь из стороны в сторону, он все равно попадает. Ничего, он почти сдох. Наверное, это тот, да, зеленый этот. Gatatog. Urdnot Rex was the last. My cred gave me strength beyond my genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction, just the warlord of Kyr. Такое ощущение, что он хочет переманить его в свой клан. Он настоящий Кроган. The best Krogan traits are distilled into Grunt. He's designed to be perfect. Being designed is the problem, but not made by aliens. And he is truly powerful. That is a tolerable loophole. A what? A reason to accept you. You are a mistake, but your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name, but now you stop ranting because I'm strong. With restrictions. You could not breed, of course, or serve on an alien ship, but you'd be clan in name. Тебе он нужен только как трофей. You talk like he's a thing. You're after his power. You don't really want him in your clan. Of course not. I didn't really want to cooperate with Clan Urdnot either, but I had to. Clan Gatatog is on the verge, either of greatness or of joining the dust. I get traditional support if I fight you, and reformer support if I back you. Your rite of passage tipped that balance too. Так, я хотел бы дать возможность решить Грюнту, но я не хочу, чтобы Грюнт присоединился к этому Гататогу. В общем, решай сам, Грюнт. Это твое личное дело, я думаю. It's your choice, Grunt. Sounds like an easy job. That's the problem. I'm pure Krogan. Uvenk, you were the pretender. Your head is valuable, whether you're alive or dead. Just try to take it. Молодец, Грюнт. Я на твоей стороне. Сейчас мы им покажем. This will occupy them. Keystone to get out of here and leave him to rot. The rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Your names shall live in glory. Grunt, you are Urdnot. We now own property. Join the army and apply to serve under a battle master. Shepard is my battle master. He has no match. Understood. Congratulations, Urdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. По поводу имени можно поговорить. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. А по поводу истории Тучанки, сможешь что-то рассказать интересное? I want to know about Tuchanka's past. Tучанка is a place of great gifts. It kills the weak, torments the slow, and destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive. We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever. А по поводу ваших традиций? Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogan suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. Ну ладно, ну окей, спасибо за информацию. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. We can use this. Грюнт вошел в клан Urdnot и обрел душевный покой. За социальной адаптацией Крогана в клане Urdnot будет установлено наблюдение. Будем надеяться, что верность клану не повлияет на верность капитану. Политическая информация о клановой системе Кроганов представляет огромную ценность. Действительно, это было очень даже интересно. На тот фут. Посланник женского клана? Ну да, многого, в принципе, мы не знаем еще про ихний строй. А теперь все об этом говорить будут. Давайте с Рексом поговорим. Интересно, что он теперь скажет. You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Quint and crap's dark matter. Guess that's what it takes to replace me. You are Urdnot Grunt. Welcome. Поприветствовала, молодец, Рекс. Ну что, может, все-таки пойдешь с нами, Рекс, а? Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. Ну что ж, удачи тебе, Рекс. Блин, перебили интересный рассказ. Что там? Запросы поступили на спаривание с Грюнтом? Так, ну что, на Нормандию? Интересное задание, я доволен, очень любопытно было узнать, как эти обряды у них проходят вообще, как у них вот строй весь ихний, что у них принято, привычки ихние. Так, доступно исследование Кроганское. Опять спам какой-то шлют. Ладно, давайте посчитаем. Так, Это Элизабет Бейнен. Здравствуйте, Шепард. Я слышала о том, что вы сделали на Иллиуме, и хочу еще раз поблагодарить вас за помощь Надежде Джу. Здесь сейчас не жизнь, скорее выживание. Большинство работников Экзогени покинуло колонию, но я осталась, чтобы выполнять функции атташе и убедиться, что от Торианина ничего не осталось. Нельзя, чтобы такое повторилось здесь снова. И еще мне очень-очень жаль, что я стреляла в вас. Я наверняка уже говорила об этом вам, но хочу извиниться еще раз. Удачи вам и спасибо за помощь. Надежда Джу жива благодаря вашим стараниям. Искренне ваша, Элизабет Бейнен. Если честно, Элизабет Бейнен, я тебя как-то и не помню. Слишком маленький? Это что? Это точно спам. От Морлана. Прости, любимый, я хожу от тебя к Крогану. Местами ты слишком мал для своей расы. Вы боитесь услышать подобное в свой адрес? В знаменитом магазине Морлана вы можете приобрести множество препаратов, на которые не действуют торговые ограничения Цитадели. Морлан предоставит вам все необходимое для гормональной аугментации, кибернетической модификации или генной ксенотрансплантации. Призываем всех перейти по указанной здесь ссылке и сделать заказ на экстранет-сайте магазина Морлана. Возможность заказа товара зависит от местных торговых законов. На продукты, в состав которых входит нулевой элемент, распространяется дополнительная пошлина за перевозку. Репродуктивные органы Крогана в продаже отсутствуют. Продавец оставляет за собой право вводить дополнительные ограничения на продажу товара. Жесть. Пишу из женского лагеря. От Урдната Дарга. Уважаемый человек, глава клана подсказал мне, как можно связаться с вами. Я почти ничего тогда не запомнил, но главный разведчик сказал, что вы вытащили мой отряд из-под огня, когда я был захвачен в плен и отравлен вейерлоками. Ужас. Спасибо. В следующий раз, когда мне представится возможность убить человека, я этого не сделаю. Лучше, наверное, впаду в кровавую ярость. После выздоровления меня направили в женский лагерь, и это замечательно. Раньше я подумывал о том, чтобы присоединиться к кровавой стае, но теперь, наверное, останусь здесь. Urdnot Rex, разведчик второго класса. Отлично. Я еще жива. От детектива Аная. Здравствуйте, капитан. Не уверена, что это письмо дойдет до вас, но все же хочу еще раз поблагодарить вас за помощь с Самарой. Наемники из Затмения теперь притихли, и мое начальство тоже. Не знаю, связано ли одно с другим, но надеюсь, что когда я встречу Юстициара в следующий раз, сумею отнестись к ней с должным уважением. До сих пор не могу поверить, что расследовала дело с Юстициаром. Повезло же вам. Если я узнаю что-нибудь еще по ее вопросам, то дам ей знать. Спасибо. Детектив Аная, полиция Иллиума. Вы изменили мою жизнь. Аджейрд. Здравствуйте, капитан Шепард. Ваш адрес дала мне Лиара Т'Сони. Я работал уборщиком в башнях Дантиус. Вы помогли мне выбраться оттуда. Т'Сони говорит, что вы еще нашли там Тейна. Он убрал наемников из затмения, которые пытались нас подстрелить. Я хочу узнать, не могли ли вы передать ему мою благодарность. Он так двигался. Первый враг был мертв, прежде чем они вообще поняли, что происходит. Потом он свернул шею второму. Потом застрелил третьего. И на все про все от сил несколько секунд. Невероятно. Он постоянно двигался, словно в танце. И в каждом его движении было столько силы и грации. С тех пор, как я увидел его, моя жизнь изменилась, во мне пробудилось что-то, чего я до сих пор не осознаю полностью. Я не знаю, что буду делать дальше, но знаю точно, соларианская жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подметание полов, особенно когда вокруг так много возможностей. Я хочу найти себе занятие, благодаря которому стану таким, как он, оберну такую же красоту и эстетическое совершенство движений. А еще я куплю себе хорошую одежду. Так вот, если бы вы могли передать ему мое сообщение, или те его части, которые сочтете нужными, я был бы вам очень признателен. Искренне ваш, Джейрд. Спасибо вам. От Лесли. Я Лесли. Я на Эе. Я что-то съел и теперь болею. Доктора помогают мне. Один знает Джейкоба. Сказал, чтобы он это передал. Он хотел написать, что... но я хотел сам. Сказал нет. Должен сделать я. Должен. Своими словами. Мои слова вернулись, я уже разговариваю, читать сложно, но и это возвращается. Становится лучше. Тейлор хотел этого, хотел, чтобы мои слова пропали. Я показал ему, что он теряет, я не слаб. Он делал что-то со мной, но теперь все. Он больше не заберет мои слова. Вы и Джейкоб остановили его. Спасибо, Лесли. Это один из тех, которые ели пищу отравленную под руководством отца Джейкоба. Ангелы-хранители. От Арианы Лоусон. Надеюсь, что пишу по нужному адресу. Я Ариана. Моя сестра рассказала мне совсем немного, но ей, видимо, не пришло в голову, что я не глупее нее. Я подсуетилась и нашла информационного посредника, который дал мне этот адрес. Я поблагодарила сестру, но так и не поблагодарила за помощь вас. Мои родители не в курсе, но я знаю, как много сделала Миранда для меня за все эти годы. Как она заботилась обо мне, я не скажу родителям. Я хочу по-прежнему учиться и продолжать образование. Но я хочу сказать вам, я знаю, что вы спасли меня. Все эти годы у меня был свой ангел-хранитель. Я не знаю, есть ли у моей сестры кто-нибудь. Она говорила, что работает на вас, и было ясно, что вы заняты чем-то опасным. Проследите, чтобы сестра вернулась живой, ладно? Ариана. По скриптум, не говорите сестре о моем письме, она разозлится. Постскриптум. Миранда, перестань читать письма капитана. И не притворяйся, что не читаешь их. Я бы точно прочла. Это сестра Миранды. Так, это что? Вы можете помочь? От Робина Рива. Капитан, мне дал этот адрес солдат Альянса. Надеюсь, письмо дойдет до вас. Вы говорили, что пытаетесь остановить коллекционеров. Они забрали моего сына, моего брата. Вы их нашли? Вы знаете, где они? Я знаю, вы стараетесь, но ведь пропало так много поселенцев. Каждая семья лишилась кого-нибудь. Хуже всего, что пропали дети. В школах стоят пустые парты, в шкафах висит ненужная зимняя одежда. Прошу вас, Альянс ничего не предпринимает. Совет ничего не предпринимает. Если вы можете найти пропавших, прошу вас, сделайте это. Дайте мне знать, если я могу чем-нибудь помочь. Откликнитесь, Робин Риф. Альянс ничего не предпринимает, но совет мы уже знаем, что ничего не предпринимает. То есть, в принципе, надежда только на Цербер. Так, прокрутить здесь больше никак нельзя, видимо, это все. А, вот так по одному их можно убирать. Так. Давайте сходим... Посмотрим, что у нас там по исследованиям. Так, нет, это в другую сторону нужно. Запас пенициллина не нужен нам, биотический удар не нужно, техническое умение не нужно. Хотя биотический удар урона 20% за 1000 нулевого элемента, ну, может быть, потом. Все-таки с нами биотик в отряде. Самара. Прототипы. Так. Так, нет, это не то, что мы в прошлый раз с вами изучили. А вот интенсивная подготовка. Нулевой элемент нужно 5000, чуть-чуть поднакопить, и мы сможем еще какую-то способность изучить. Инструметрон Мордина, усиление члена отряда. Это чисто для Мордина, да? Кроганская живучесть. Платин нужно очень много. Запас здоровья всех кроганов в отряде увеличивается на 50%. Почему пишется всех кроганов в отряде? Неужели кроган может у нас быть не один? В отряде может быть только один кроган, по идее. Может, мы еще одного найдем? Даже не знаю. Да, в принципе, он и так очень живучий. Грюнт у нас вообще молодец. Сэкономим эту платину на будущее. Давайте лучше пойдем покормим рыбок. Нет, не сюда. Где там лифт? Покормим сейчас рыбок и подумаем, чем будем заниматься дальше. Тейн хочет с нами поговорить. Тоже, наверное, квест нам даст. Ну хорошо. Тейн, где ты у нас находишься? На 3-й палубе. Да. Но сначала давайте покормим рыбок. Это уже привычка все-таки. Теперь можно и с Тейном поговорить. Так, только его еще найти нужно. Станция слежения. Гарус, ты не в курсе, где найти Тейна? А что значит закрыто? Я капитан корабля. Открой мне доступ. Блин, надо этот искусственный интеллект как-то уничтожить. Так, здесь у нас Самара отдыхает, медитирует. Окей. Может быть, в туалете? Навряд ли. Касуми. А, вот ты где. Шепард. I mentioned when we met on Ilium that I was dying. It's called Keproll-syndrome. It's not communicable, but I have less than a year to live. Ну, сожалею, конечно. Are you feeling sick? I could get the doctor. No, no. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. Неожиданный поворот. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. Почему ты не взял его? That's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. Вот я не очень понимаю, что это означает. Он делает то, чего хочет его тело. Что значит разъединенным? You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. А почему он разъединен? What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. He is... This is not a path he should walk. Ну да, я думаю, будет правильно, если его все-таки остановить. Хорошо, я помогу. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Ну, все-таки давайте в порядке очереди. Сначала повыполняем еще квесты, которые у нас есть. Которые мы получили пораньше. Так, туалет, туалет. А где здесь лифт? А сейчас почитаем в журнале. Что там у нас еще есть за квесты? Ну, только что я там был. Самара, ну... Ай, ладно, поговорим с Самарой. Так, где я ее находил? Ну вот ты. I'm glad I joined your team. It has been too long since I traveled with companions. When the time comes, I will do whatever is necessary. Я ценю это. You're an important part of this crew, Samara. It is my honor. Also, there is a matter I need to discuss. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Ardat Yakshi. I remember hearing her called an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. Ну что это означает? So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Oh, по-моему, подобное, примерно подобное было в каком-то трэшовом пошлом фильме ужасов. Но я понимаю, почему она опасна, да. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. А еще, по-моему, примерно похожая ситуация была в X-Files сериале. Нужно ее найти. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. Oh. Мне очень жаль. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. Хорошо, расскажите мне все. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask, and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Должно быть, это тяжело. It sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me. And I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Да, я понимаю. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. Мы поймаем ее. Не знаю насчет убийства, это уже, конечно, тебе решать, но мы ее найдем. We'll go find Morinth. Так, тоже задания довольно-таки интересные. Сколько у нас вообще есть заданий новых? Так что Тейну помочь, Гарусу помочь, Джек, кстати, мы тоже обещали помочь, в принципе, отомстить. Нужно еще Тали найти. В общем, заняться у нас еще много чем можно, целая куча квестов. Так что будет в любом случае интересно, но это уже будет не сегодня. Так что спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.